Кандидат в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва по Южному одномандатному округу номер 27 Юлия Пархоменко провела встречу с избирателями в станице Анапской. В ней приняли участие избиратели города-курорта. В ходе встречи кандидат в депутаты рассказала о себе, о своей профессиональной и общественной деятельности. По словам Юлии Пархоменко, только вникнув в проблему населенного пункта, предприятия или конкретного человека, можно ее решить. Для каждого из людей, которые за тебя пойдут голосовать, и важно, во-первых, понять, что ты уже сделал, ну и важно встречаться в небу с каждым из вас, чтобы понимать, что дальше делать. И когда ты говоришь о том, что да, там, в программе пишешь, что ты являешься мостиком между региональной властью и людьми, действительно, депутат, он должен быть вот этим человеком, который понимает, что людям надо, в каком месте, какая улица, какой дом, да, главнее. Потому что ты понимаешь, что ты мгновенно не можешь все сделать, но у тебя есть все равно там, ну не знаю, есть такое слово там ранжировано, что главнее сделать в этом поселке, да, что главное, но может быть после самого главного. Участники встречи подняли ряд серьезных вопросов о принятии стратегического плана развития региона и муниципальных территорий, об укреплении связи между районными депутатами и коллегами в Госдуме России. Были и острые злободневные проблемы строительства школ и детских садов. Еще одну встречу в этот же день Юлия Пархоменко провела в Гайкадзорском сельском округе. Здесь она особенно подчеркнула, что многие проблемы являются общими для большинства муниципалитетов Кубани и регулярно озвучиваются жителями различных районов. Для их решения необходимо активное участие территории, в частности Анапы и Новороссийска, в краевых и федеральных программах. Это позволит привлечь дополнительные средства на дорогостоящие социальные проекты.